Тибигов Тимарби Тибигович родился 20 июня 1921 года в селении Биной Нажиртовского района ЧССР. Тимарби Тибигов жил в селении Стерчкеч Нажиртовского района. Отсюда ушел он служить в Красную армию и защищал страну от врага в суровые 40-е. В составе воинского подразделения 142-й армии, дислоцирующейся в районе Днепропетровска, начинал службу Тибигов. Впоследствии ему пришлось участвовать в сражениях, которые шли на подступах к Миротоку. В бою за освобождение Смоленска был ранен. Тимарби мужественно сражался в боях за Сталинград. Дважды, 22 августа и 17 декабря, получил ранение, но едва выздоровев, он каждый раз вновь возвращался в строй защитников Родины. И третий раз получив серьезное ранение, Тимарби Тибигов остался без ног, и даже после этого он не хотел выйти из строя защитников Родины, рассказывает Зура Тибигова, дочь героя.